Все, тихо. Запись. Играем. Сегодня понедельник, мы играем. Так, все, все на месте. Блин. Садитесь, садитесь, не мешайте. Да. Первый удар по мячу, и игра началась. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Заброс у меня не получится по-другому. А, нет, на 11 пролетит тем. У них по центру возит здоровый стык. Богдан, что корежешь, я не пойму. Корежешь. Я вообще центр полетел тогда. Далеко слишком. Включайся, подключайся. Жопой, что ли, хотел забить? Стас, сейчас под розыгрыш подойди. Ну, когда поменяет. Ну, я набегу, будете подавать, я набегу. Не-не-не. Подойди, Стас. Ой, хорошо как. Тём. Давай, да, дальше. И как пробил? Ещё, да. Ещё. Ну, есть, центр. Здесь же, Ром. Надо туда кому-то большому идти, не там без шансов, блядь. Стас. Ребят, не знаю, что делать, переведите просто и все. Давай металл кидай Богдана, Богдан не закинь. По флангу. Мощно по флангу. Во фланг давай, во фланг, беги, беги, Богдан, беги. Две три палки. Да беги, Богдан. Это не вбрасывай. Ой, хорош. На в центр пас, ну пас, металл, вы чего? Говорит уже. Ты не говори пас, говори куда, блин. Смотри.
ротация. Ротация нахуй. Джойстик там живой, блядь. Беги по флангу, Тём, я в центре останусь. Так, сейчас подожди, может попробую, получится мне в ногу, нет, нет, не получится. Стас, может ты пойдёшь, ты скинешь. Кидай в ножку мне, в ножки, в ножки, в ножки, в ножки красному. Ты просто будь готов, я всегда в касании там хуячу. Джина. Блядь. Джина. Второй. Второй, блядь. Еще раз ножки мне. Сука, слабо. Да слабо. Блядь. Нормально, нормально. Я вот так центр поля раз забил, блядь. В тренировке отбирал. Ты чё, бот? Прикалываешься? И вот потери в центре. Блядь. Не рви, не рви, когда я впереди. Вот так никогда, блин, Толь. Катает мяч перед чужой штрафной, в надежде на... Только если я тебя буду запускать сам. Он побежал по флангу. Он чё за меня не дал? Такая дырка была. Я не бегу, стою. Бегу не бегу. Я с ним поработаю. Через дом. Навес будет. Фланг. Поздно. Переведи. Хорош. Можешь диагональ сделать. Там красный. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Центр. Да. Обидно, блядь. Надо было меня подождать, не надо было, Богдан. Богдан, не лезь сюда вообще, я же бегу, блядь. Куда мне деться, вот ты, блядь, лезешь сюда. Да все хорошо, чуть-чуть, блядь, нам надо сейчас. Так нормально все. Они играют точно такую же схему, как мы. Ну да.
ботов нет, а у них есть, блядь. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Стас. Стас. Тоть. Типа, пусть не стал борьбу, теперь идет пару сушек. Игра головой позволяет. Фол. До ворот. Важно, забираем, стой. Да ну ты чё? Можно буду ударить. Да, я пробью. Дай Виталику пускай ёбнет оттуда. А, отсюда я могу. Может, что сыграем? Давайте разыграем. Не, пускай Виталик пробьет. Вот сюда мне пас и... Хорошая точка, 27 метров, спокойно законтролили. Все отлично. Идем поборись. Выше. Не даем там спокойно им, блядь, разыграть в этом углу ебаном. Хорош. Смотрите. Какая изящная передача. Ой, здорово. Блять, ну как так-то, блядь? Открывайся ближе к туда, блядь. Ну ты играешь как форвард, блядь. Я вожу игрочков, чтобы он один остался, если не пройдет. Да на нем висит там, блядь, человек. С игроками. Линия в защитке. Я не понимаю, ну, чего ты за пьючка почему-то. Не, когда я вот с фунтом был, он не давал мне, когда вот он только на мяч получил. На дырку просто смотри. Команда по флангу. Макдан, ну скинь ты назад, блядь, ну прошу все время скинуть просто назад. Я тебе постоянно скидываю, видишь, как кому приезжают. Посмотрим за этой атакой. Переводи. Подключай. Придержи, пусть. Удел. Кинь сюда. Чем ты попробуй мне хоть раз скинуть, блядь. То, что там тебе бы не скинуть до жопы. Отобрали мяч у соперника, теперь можно. Обычная скидка назад обычным пасом, даже, блядь, на ход не надо. Я скинул, оно прошло. Это может. Ах, сука, блядь.
Там я вообще там уходил, бля. Сейчас-то разыграйте. Встаньте один стенки, Богдан, встань перед стенкой. Забросили тут. Встань перед стенкой, Богдан, а Богдан, мы ближе к моей стороне, подойди, Рома, иди отсюда. Рома, уведи игроку. И ты мне треугольник, ну ближе, чтобы ты мне дал тычку в стенку, будешь давать, брат. Ближе ко мне, блядь, подойди. Кому вот, говоришь? Треугольником даже. Чего ты пасуй? Назад, 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 назад побежали. Перехват мяча и можно в обратную сторону. Продолжают владеть мячом, очень долго, пора бы. Почему они не есть? Я уже сбился считать передачи, честно говоря, их много, и они все точно. Может получиться интересная атака. Удар по воротам. Блять, вынос, вынос, вынос. Навесом. Фан. Чё? Ножки. Блять, ну там пока открыл был, я играл. Жди. А сейчас вперед можно выйти. Счет на табло не меняется. 0-0. Прекрасно сыграл голкипер. Пока не понял. Ну все, у меня уже сил нету, нахуй. Прекрасно. Сайт. Вместо сайта. Это был шанс следить. Адурис Субельди. Ёб твою мать. Как он работает? Руни. Пиздец, как нахуй вы там, блядь, не сделали офсайд? Отскок просто нахуй, угода, блять. Игрока матча еще дали. Мужики, говорю, блять, сыграйте ниже, блять, сыграйте ниже, блять, защита, ну. Ну зачем вот эта вот высокая игра, она вообще ни к чему, абсолютно, блять. Не столько обидно, сколько мы, блядь, вместо одного очка ноль получили. Сколько, что они три, блядь. Незаслуженно вообще абсолютно, блядь. Кто ушел? Ты там вообще нормально, чуть не привез. Я думал, блин, точно своим подыгрывает. Посмотрите, что кто разобился сейчас. Да ладно. Ладно бы они тут доминировали, блядь, они просто уползли нахер. Ты здесь, да, Макс? Ага. Бах, 30,
без падения просто ударил. Он не упал, по-моему, нет? Дима зря на тушь побежал, надо было стоять там до конца, блядь, потому что там защитник бежал. Пока неплохо. Прекрасная передача. Опасно. Ладно, всем пока. Считай незаслуженный 3 очка, пиздец. 3 очка есть 3 очка, блядь. Бесит то, что чисто мы забиваем попадаем в сайт, и тут они чисто клепают. Этот форвард у них хладнокровный, конечно, как бы. Форвард у них хороший. Там где-то, там чистая ошибка, да. Тюма, защитный поток, блядь. На этот раз скидку, по-моему. Вот и все. Говорю тогда, что не ходи туда вообще, на хоть топа, это проблема. Пусть он говорит, не идет нахуй. А это он? Чего, чего? Че, лопатит с ним или че? В смысле? Ну у тебя монет, блядь, не понял.